Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня будем готовить сливовый пирог. Так как сезон сливы в разгаре, я решила с вами поделиться вот таким замечательным рецептом. Приступаем к приготовлению. Сегодняшний сливовый пирог будет со штрезельной крошкой. И для нее нам понадобятся следующие ингредиенты. Сливочное масло, мука и коричневый сахар. У меня коричневый, вы можете взять обычный белый сахар. А для теста нам понадобятся следующие ингредиенты. Мука, сливочное масло, цедра и сок лимона, сахар, соль, яйца, ванильный сахар и разрыхлитель. Все ингредиенты для пирога комнатной температуры. Сначала подготовим сухие ингредиенты для теста. В муку добавляем разрыхлитель и хорошенько перемешиваем. Мучная смесь готова. В сахар добавлю 1 чайную ложку ванильного сахара. У меня такого цвета, потому что с натуральной ванилью. Сахар тоже готов. Поставлю в сторону. Теперь в большую миску кладу размягченное сливочное масло. Взобьем сливочное масло до пышной белой массы. Масло посветлело. Теперь сюда добавлю весь сахар. И опять же хорошенько взобью. Сюда сразу можно добавить цедру и сок лимона. Периодически собираю масло со стенок посуды, чтобы масса взбилась равномерно. Получилась вот такая пышная белая масляно-сахарная масса. Теперь сюда по одному будем вводить яйца. После каждого хорошенько взбиваем. Подбираем все масло со стенок к чаше. Еще раз взбиваем около 1 минуты. Получилась вот такая гладкая однородная масса. Миксер нам больше не нужен. Теперь сюда добавляем щепотку соли. Совсем немножко. И вводим муку. Обязательно просеиваем. Я добавлю муку в 2 приема. У нас должно получиться тесто сметанной текстуры. Ввожу последнюю порцию муки. Перемешиваем до однородности. Непромешанной муки в тесте не должно быть. Собираем всю муку со стенок чаши. Получилось вот такое замечательное тесто. Гладкое, однородное, без комочков и очень приятной текстуры. Долго перемешивать тесто не следует, просто как мука разошлась в тесте, уже хорошо. Тесто готово. Я испеку пирог вот в такой керамической форме. Дно и бока нужно смазать сливочным маслом. Выложу тесто в форму. Тесто распределяем равномерно по форме. Получилось просто замечательное тесто. Духовку нужно разогреть заранее, потому что тесто очень быстро готовится. Температура духовки 180 градусов Цельсия. Теперь поверх теста кладем сливы. Нужно, конечно, заранее удалить косточки. Теперь сделаем крошку. Я сделаю влажную крошку. Пирог сверху посыплю крошкой. В сыром виде по мне пирог очень красиво выглядит. Осталось эту красоту испечь. Печем в заранее разогретой духовке. Температура духовки 180 градусов Цельсия. Нам понадобится приблизительно от 40 до 50 минут. Пеку я пирог на среднем ярусе. Режим вверх-вниз. Пирог готов. Он пекся час 10 минут. Дам пирогу немножко остыть. Потом порежу и посмотрим, как он получился внутри.
Друзья мои, я попробовала. Пирог мне очень понравился. Сверху он получился хрустящий. Внутри тесто очень нежное, мягкое и рыхлое. Тесто получилось слегка сладковатое. Но кислые сливы очень хорошо сбалансировали сладость теста. Обязательно попробуйте этот пирог, пока сезон сливы. Я уверена, что пирог вам очень понравится. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Если понравился, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на мой канал, нажав на колокольчик, чтобы получить уведомления о моих новых видео. А на сегодня у меня все. Увидимся в новых видео.